Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Тимур и его Канада», а я ведущий Тимур Шурмин. Вот сколько раз бывало, скажешь что-нибудь очень верное, ну, капельку банальное, что-то вроде «собака друг человека». Как тут же найдется какой-нибудь добрый товарищ, который отзовется насмешкой, тоже мне Америку открыл. Встречаются еще нечуткие собеседники. Хотя в целом нас окружает народ покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. В этот раз мы поговорим о покладистых и не очень народах, и об открытии Америки. А начнем все же с собак. Если у вас нет собаки, ее, разумеется, не отравит сосед. Но приобрести собаку стоит хотя бы потому, что это единственный способ купить искреннюю любовь за деньги. Друзья человека бывают разные. Пусть извинят меня хозяева добродушных ротвейлеров, нежных алабаев, ласковых доберманов и многих других. Тут дело вкуса и укусов. Мне очень симпатичны сенбернары. Если помните, монахи из Альпийского монастыря научили этих крупных собак не только откапывать погребенных лавинами и обвалами путников, но и снабжать их доброй порцией коньяка. Как в анекдоте, когда двоих как-то засыпало, первый альпинист: «О, к нам явился лучший друг человека!» А второй: «И посмотри, какой славный пес его принес!» Или взять большую собаку с перепончатыми лапами, водолаза, больше известного как Ньюфаундленд. Олицетворение добродушия. Он способен таскать грузы, терпеливо возиться с детьми, поможет вытащить сети из воды и не станет жаловаться на качку в лодке или давку в метро. Наконец, он не кусается. Вы наверняка видели в торговых центрах, отелях и ресторанах таблички, предупреждающие, что вход с собаками запрещен. Так вот, в Сент-Джонсе, столице Ньюфаундленда, с собакой одноименной породы пройти можно везде. И всюду будут очень рады собаки, и, скорее всего, вам тоже. Потому что там Ньюфаундлендам почет и уважение, потому что там их родина. Существует легенда, по которой эта порода появилась на острове того же названия от связи сбежавшей от моряков собаки и выдры. Всем хороши эти собаки. Вот только охотничьих инстинктов у них нет. А у лабрадоров есть. Это тоже замечательный друг человека, сообразительный, послушный. Он часто используется как поводырь и спасатель. И порода лабрадор-ретривер тоже выведена на востоке Канады. Кинологи полагают, что предками лабрадоров были собаки баскских и португальских моряков, достигших берегов лабрадора в 16-17 веках. Теперь давайте поговорим о провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Сразу сообщу, что многие тамошние жители считают живым символом провинции вовсе не собаку и не треску, например, а морскую птицу паффин, то есть толстячок, который по-русски иногда называют тупик. Это небольшая черно-белая птица с огромным красно-желтым клювом и большими лапами оранжевого цвета, сильно смахивает на клоуна. Паффины гнездятся на скалистых утесах, зимуют они в море, но недалеко от берега. Питаются эти птицы мелкой рыбешкой. Тупик может переносить в клюве до 10 рыбешек одновременно. Достойный подражания пример, ведь способность приносить что-нибудь в клюве ценится не только среди пернатых. Все же вернемся к открытию Америки. В давние-давние времена, когда я еще ходил в школу, было принято думать, что в 1492 году Америку открыл Христофор Колумб, генуэзец на службе испанских католических величеств Фердинанда и Изабеллы. Однако мы с вами хорошо знаем, что прошлое меняется даже чаще, чем прогнозы на будущее. Удар по школьной программе нанесли непоседливые норвежцы. С тех пор, как безрассудство викингов удалось перевести на мирные рельсы, все эти Нансены, Амундсены, Хейердалы увлеклись рискованными экспедициями на, скажем так, неочевидных транспортных средствах, ну, вроде бальсовых плотов или папирусных лодок. И вот в 1893 году некий Магнус Андерсен с друзьями построили из дуба точную копию, найденную в то время корабля викингов, датируемого XI веком. И на нем мореплаватели за 28 дней пересекли Атлантику и поднялись по Великим озерам прямо до Чикаго. Кстати, другая копия такого корабля – Драккара, показав исключительную мореходность, пересекла океан совершенно недавно, в 2016 году. Первенство Колумба еще какое-то время продержалось. Ну, до тех пор, пока в 60-е годы норвежские, опять же, археологи не раскопали поселение викингов в местечке Лэнси-Мидоуз, что находится на северной оконечности острова Ньюфаундленд.
Теперь реконструкция этого поселения, датируемого примерно 1000 годом нашей эры, является археологическим заповедником, памятником ЮНЕСКО и признается доказательством трансатлантических путешествий задолго до Колумба. Однако публике не хотелось менять привычного старину Христофора на совсем неизвестного викинга. Требовалось имя. Судовых журналов и квитанций за парковку не нашли, но исландские саги бережно хранятся северянами. Как источники, саги не лучше слова о полку Игореве, но кое-какую информацию извлечь можно. Так вот, тех, кто смотрел кровопролитный сериал «Викинги», вовсе не удивит, что в X веке дискуссия среди скандинавов нередко заканчивалась убийством. За преступление полагалось наказание – штраф. Однако, если погибал кто-то знатный, убийцу могли объявить вне закона и изгнать из общества, иначе любой мог прикончить его безнаказанно. Около 960 года некто Торвальд Асвальдсон был объявлен изгнанником в Норвегии за многочисленные убийства и отправился в Исландию, прихватив с собой семейство, среди которого был его сын Эрик Рауда, рыжий. Тот оказался характером, но прям весь в отца и пошел по той же дорожке. Рыжий был изгнан из Исландии. Он собрал банду и отплыл еще дальше в Гренландию. А оттуда сын Рыжего, Лейф, двинул за добычей в западном направлении. Именно его, Лейфа Эриксона, и провозгласили первооткрывателем Америки. Но тут такая штука. Для похода Лейф купил или одолжил корабль, Кнор, у купца по имени Бьярни, которого взял с собой в качестве лоцмана, поскольку тот уже побывал у берегов нынешнего Лабрадора. Вот и задумаешься о первенстве. Впрочем, экспансию викингов подкосили эпидемии чумы в Скандинавии и катастрофические последствия извержений вулканов в Исландии. Да и надо добавить, что после принятия христианства норманны понемножечку так утратили ту неистовую ярость, благодаря которой были непобедимы на протяжении почти 300 лет. К тому же наступило похолодание, и в Северной Атлантике стало совсем неуютно. В водах Ледовитого океана протекает настоящая океанская река, несущая холод берегам Лабрадора и Ньюфаундленда. Зимой и в начале весны это течение несет на юг громадные ледяные поля и грозные айсберги. В воздухе часто висит густая белесая пелена тумана, дожди чередуются со снежными зарядами, и само канадское побережье сурово и неприветливо. Большая часть земель абсолютно непригодна для земледелия. Кое-где попадаются леса, в основном хвойные, практически безраздельно царят скалы, валуны и торфяные болота. Впрочем, все то, чего не могли дать здешние земли, долгое время с лихвой возмещал океан. В районе огромной океанской отмели, так называемой Ньюфаундлендской банки, глубины по большей части так от 30 до 100 метров. И здесь холодное лабрадорское течение и теплое Гольфстрим сталкиваются. И холодное приносит обилие питательных веществ, а в результате планктон образует своего рода такой живой суп, в котором водилось бесчисленное множество рыб самых разных видов. Образовалось гигантское морское пастбище. Когда рыба шла на нерест в прибрежные реки, начинала буквально бурлить вода. Но с тех пор, как европейцы изобрели эффективный морской компас, воды Ньюфаундлендской отмели кишели не только рыбой, но и рыбаками. Следом за рыбачьими и китобойными барками басков и португальцев, появившимися здесь еще в 15 веке, ловить рыбку большую и маленькую пришли флотилии французских, испанских и английских шхун. Король Англии Генрих VII, впечатленный успехами Колумба, отправил в так называемые северные и западные моря капитана Джона Кэббота, которого на самом деле звали Джованни Кабота. Как и Колумб, он был генуэзцем. В 1497 году корабль Кэббота «Метью» бросил якорь у восточного берега Ньюфаундленда. Произошло это 24 июня, в день летнего солнцестояния, и в праздник Рождества Иоанна Крестителя. Отсюда и название города – Сент-Джонс. Буквально через несколько лет в фьорды Лабрадора заявились португальские каравеллы под водительством Гаспара Кортериаля и Жао Фернандуша по прозвищу «Лаврадор», что по-португальски означает что-то вроде «землевладелец» или «земледелец». Вот оттуда название огромного полуострова.
Ну а начиная с 1520-х годов в канадские воды зачастили французские корабли, осваивая устье реки Святого Лаврентия, где Жак Картье основал колонию «Новая Франция». Ну а в 1583 году навигатор Хэмфри Гилберт провозгласил Ньюфаундленд английским владением, самой первой заморской колонии Англии, с которой началось создание британской колониальной империи. Началась эпоха великих географических открытий, грабежей и территориальных захватов, аннексий и контрибуций. Вновь найденная земля, Ньюфаундленд, вовсе не была необитаемой. Историки полагают, что первобытные люди появились на острове, ну, как и на материке, около 8 тысяч лет назад. Точно известно, что в 16 веке здесь жили аборигены, индейцы племен Микмак и Биатук. А на полуострове Лабрадор располагались поселения инуитов, которых французы называли эскимосами. Отношения с европейцами у них сложились очень по-разному. По правде сказать, и не у всех сложились. Инуитов, начиная с 18 века, взялись приобщать к христианству миссионеры-протестанты, принадлежащие к секте моравских братьев. Однако в большинстве своем инуиты так и остались последователями древнего шаманизма. Они и сейчас составляют важную этническую и культурную часть населения Лабрадора. Вот только в плане численности инуитов изрядно подкосили завезенные европейцами болезни, особенно эпидемия испанки в 1920 году. Что касается индейцев племени Микмак, они не чурались миновой торговли, отдавая меха бобра, лисы, куницы за металлическую утварь. Иголки, ножи, топоры, кастрюли, там, ткани, бисер. Нередким следствием торговых контактов были смешанные браки. И постепенно микмаки просто частично ассимилировались, а частично ушли с Ньюфаундленда на материк. Печальнее всего сложилась судьба биатуков, избегавших контактов с европейцами. А зачем им было торговать с пришельцами? Ведь бледнолицые долгое время появлялись на острове лишь на считанные теплые месяцы и в сентябре уходили обратно в свои Бристоль и Плимут, где их ожидали жены, дети и, главное, таверны и пабы. Надо сказать, что на рубеже 17-18 веков простой английский люд имел годовой доход, ну, в среднем, что-то около 10 фунтов стерлингов. А вот самый что ни на есть завалящий матрос, занятый сезонным океанским рыболовством, зарабатывал вдвое больше. Понятно, что вахтовый метод был куда как популярен. И тогда же родилась поговорка: «Моряк вкалывает за деньги, как лошадь, а тратит их, как осел». Так вот, биатуки каждую осень заявлялись в опустевшие станции и лагеря и попросту забирали запасы, припасы, снасти, да подчас еще и сжигали постройки. Возвращаясь весной, англичане приучали биатуков к понятию частной собственности, причем не одним добрым словом, а обыкновенно при помощи огнестрельного оружия. Индейцам пришлось прятаться в горах. А когда англичане заняли побережье на круглый год, аборигенам стало невозможно добывать рыбу. А чем же им еще было питаться? Считается, что биатуки к середине 19 столетия вымерли, ну вот как бы сами по себе. А если говорить откровенно, тех, кого не перестреляли, прикончил голод. Так и вышло, что в наше время представителей коренного населения на Ньюфаундленде нет вообще, в отличие от других канадских провинций. Ну, это мы немножко забежали вперед. Так вот, англичане обосновались на востоке острова, в Сент-Джонсе, а французы на юге, в колонии Плезанс. И с тех пор пошли разборки с битьем посуды, кто на острове хозяин. Тут надо помнить, что Франция и Англия вообще всю дорогу воевали между собой, а начиная с времен Людовика XIV и вплоть до Наполеона, чуть ли не постоянно. И это были в первую очередь морские войны. Сражались не только за территории и династические права, но и за вполне материальные ценности. За индийский шелк и специи, за африканских рабов, за карибский сахар, за американский лес и меха и за треску с селедкой. Вот именно, за треску. Речь не о спортивном рыболовстве. Рыба как продукт питания имела огромное значение. Начиная с 17 века в Европе наблюдался взрывной прирост населения, совпавший с похолоданием климата и падением урожайности. Но и не забудьте, что все были верующими, а церковь запрещала есть мясо 166 дней в году даже тем, кто мог себе это позволить.
Так и вышло, что наиболее емкими рынками для мороженой соленой рыбы оказались Испания, Португалия, Франция и Италия, то есть самые католические области Европы. Рыболовство было богоугодным промыслом, потому как нехватка протеина прямо угрожала численности паствы. Однако вернемся на тропу войны. Вот этому аристократу случалось не только смотреть в подзорную трубу сквозь пороховой дым на корабли врага, но и сражаться со шпагой в руке. Конечно, любой знаток исторического портрета легко определит, что здесь изображен Франсуа Мишель Летелье, маркиз де Лавуа. И знаток ошибется, потому что перед нами его младший брат Жоффре Ипполит Летелье. Знакомьтесь, человек сложной судьбы, отважный, наблюдательный, совершенно бессовестный. В молодости он заслужил благосклонность морского министра Кальбера, изобразив на картушке компаса своего корабля королевскую лилию. Стрелка всегда смотрела на север, на символ бурбонов. Во время службы под началом славного адмирала де Трувиля наш маркиз был коротко знаком с другим авантюристом благородного происхождения Пьером де Эбервиллем. Вот этот самый де Эбервиль возглавлял французские силы на Ньюфаундленде и в 1697 году разрушил и сжег главную крепость англичан Сент-Джонс и еще три десятка поселений. А тот факт, что англичане вскоре принялись восстанавливать Сент-Джонс, настолько разозлил де Эбервиля, что он сжег городок вторично. Между тем, военное счастье переменчиво, и по условиям Утрехтского договора 1713 года Ньюфаундленд целиком передали англичанам, а французы очистили остров. Но потом была Семилетняя война, и уже вся Новая Франция перешла к британской короне, которая, в свою очередь, вскоре утратила большую часть американских земель, отвоевавших независимость. Что касается Ньюфаундленда, после окончания наполеоновских войн в 1815 году его принадлежность более не подвергалась сомнению, управлять всем стал британский губернатор. А население быстро выросло до 40 тысяч за счет ирландских поселенцев. А к концу 19 века перевалило и за 200 тысяч. Франции же достались маленькие такие островки Сен-Пьер и Микелон в 12 милях к югу. Маленькие, но, как потом оказалось, весьма полезные. И такое положение сохранилось до сих пор. В середине 19 века остров получил от британского парламента право на самоуправление. А в 1869 году местное правительство получило предложение о вступлении в Канадскую конфедерацию. Ну, получило, обдумало, да и отклонило его подальше. В 1907 году Ньюфаундленд получил статус доминиона, к слову, в один и тот же день с Новой Зеландией. А потом началась мировая война. Полк, набранный на Ньюфаундленде, погиб практически полностью за всего лишь один день битвы на Сомме. Британия сообщила, что очень гордится героями, но выплаты пенсии пришлось отнести на скудный бюджет доминиона. Ньюфаундленд, кстати, так и не подписал Версальский мирный договор с Германией, хотя все остальные доминионы это сделали. Так что вопрос не закрыт. Вот такой исторический казус. В 1927 году британцы передали правительству Ньюфаундленда управление территорией Лабрадор. Политическую жизнь океанского острова никак нельзя было назвать «тихой заводью». Например, в 1923 году сам премьер-министр Ричард Сквайрс был арестован по обвинению в коррупции. Причем этот скандал вовсе не помешал ему через 5 лет снова возглавить правительство. Вообще-то Генри Киссинджер справедливо заметил, что какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных. Вот только смена кабинетов не улучшали шаткого экономического положения доминиона, и Великая депрессия попросту разорила его, пустила по миру. Местное правительство слезно упросило Лондон принять Ньюфаундленд обратно в качестве колонии. На этом примере некоторым борцам за самоопределение стоило бы призадуматься. А все ли могут позволить себе независимость? Тут грянула Вторая мировая война. В водах Северной Атлантики шныряло больше немецких подлодок, чем трески. Авиация и флот союзников гонялись за ними с переменным успехом. Американцы и канадцы разместили на берегах Ньюфаундленда и Лабрадора несколько крупных военных баз и перевалочных пунктов.
А немцы тем временем устанавливали в Гренландии и вообще в Арктике автоматические метеостанции, чтобы их самолетам было легче охотиться на конвои союзников. Одна из таких станций передавала сведения прямо с территории Ньюфаундленда. В октябре 1943 года экипаж подлодки У-537 установил на острове метеостанцию «Курт». Чтобы запутать следы, на оборудовании было написано «Канадское метеоагентство», а вокруг коварные немцы раскидали пачки из-под американских сигарет. Станцию обнаружили лишь в 1977 году, и то случайно. Теперь Курт находится в Оттаве, в военном музее. Ну, как говорится, кому война, а кому мать родна. Вторая мировая война принесла на остров экономический бум. Доходы от строительных подрядов и обслуживание тысяч и тысяч американских военнослужащих поправили дела, но ненадолго. Империя распалась после войны. Британия отказалась содержать колонии, и Ньюфаундленд не мог оставаться под британским правлением. Оставался выбор между полной независимостью и присоединением к Канадской Федерации. Мнения разделились практически поровну. Назначили референдум, от которого народ не ждал ничего хорошего, но все-таки надеялся на лучшее. Победили сторонники присоединения к Канаде. Они набрали 52% голосов. Так 31 марта 1949 года Ньюфаундленд, когда-то первая и самая старая английская колония, стал 10-й и самой молодой на тот момент провинцией Канады. С внесением поправки в Конституцию Канады в декабре 2001 года к названию провинции добавился Лабрадор. Народу сейчас в этой провинции где-то 500 000 с хвостиком. Причем 500 000 живут на острове Ньюфаундленд, а хвостик порядка 30 тысяч на Лабрадоре. В заключение давайте взглянем на Каббат Тауэр, башню в Сент-Джонсе на горе под красноречивым названием Сигнал Хилл. На этом месте с 1704 года размещался сигнальный флагшток Королевского флота. Наблюдатель флагами оповещал население в случае появления корабля, свой это или чужой. Каменную башню возвели к 400-летнему юбилею прибытия на остров первооткрывателя Джона Каббата. Именно находясь в Каббат Тауэр, изобретатель Маркони принял первый трансатлантический сигнал, посланный из Англии. Так, 12 декабря 1901 года началась эпоха современной коммуникации. С тех пор много радиоэфира утекло. Появилось телевидение, интернет. При всей пользе этих изобретений вред они тоже приносят немалый. Но радио хотя бы никому не испортило зрение. Впрочем, как заметил Илья Ильф, на радио возлагались надежды принести счастье человечеству. И вот радио есть, а счастья нет. Ильф ошибался. Счастливые люди существуют, и они, как известно, часов не наблюдают. Именно для них радио передает сигналы точного времени. Засим позвольте откланяться. С вами был Тимур Шурмин.